А что не слышно? Что-нибудь подумаешь. Да, без 22. Раздался хлопок. И звук. Угу-гух, и посыпались у нас все стекла, все окна. И у нас, все, по дома бульвару. Начинает третий, пятый, девятый, школа. Все это горело. В нашем доме квартира горела. В 10-м доме квартира горела. В 5-м доме квартира горела. Короче, ну, вы сами видите, что. Я за 2 дня уехала. Я знала, что так и будет. Как бы ничего другого нельзя было ожидать, когда подошли к лиману. Люди должны просто тысячами эвакуироваться. И как им это объяснять? Тут клей стекла, не клей стекла. У меня окно просто возле кровати валяется. А если бы в меня попало, если бы осколки в собаку, а если как в этом доме осколочными снарядами просто дом побило. Я вообще не знаю, что теперь с этой дверью делать. Тут надо еще пролазить. И самолет летал 2 дня. Я специально бутылки спрятала, так как богу, что только ремонт в комнате сделали, откладывали это дело. Ну, здесь вон шкаф. Несколько многоквартирных домов повреждено. Фактически разрушены, повреждениями тоже назвать сложно. Также школа, по предварительным данным, 3 погибших и 6 раненых. Жертвы уточняются, конечно же, самый грустный, наверное, день для нас, славянцев, сегодня. Может быть, стоит людей еще раз призвать эвакуировать? Уже призываю, да, безусловно, какие еще доводы необходимы, чтобы вот как этот показать людям, насколько нужно эвакуироваться и находиться на безопасном месте от линии фронта. Домой, но ты что, блядь, ты слышишь или что?